have ways of blowing things up. Hey, Red. Здорово, ребятушки. We're not gonna get away with this, are we? С вами Оладушки. На этот раз мы с этим не скроемся. По-моему, надо звук, но это было... Это был первый экран заставки. Ай, тяни. Убийств сегодня одно. Это я его убил. There. Вот так. Together again. Снова вместе. Sort of. Ну, что-то вроде того. А, сейчас, минутку. Ничего не чувствую. Давайте попробуем так. Я немножечко урезал звуковые эффекты. Посмотрим, как оно сейчас все будет. Так, единица. Вот так, не держи в себе. А, да, так вот, если вы помните... Ой, платье. Я хочу платье, давай. Ну и, то, ну и ночка. Самое главное, что ты цела. А каким образом... А, 1, 2, это я переключаю атаки. Смотри, у тебя неплохо получается. А, правой кнопкой драться. Хорошо, я понял. Мы в эту игрушку сейчас с вами идем из транзистора. Когда мы играли в транзистор, я вам сказал, что есть две игры. Из транзистора, из бастиона. Это и есть транзистор. Это две игры, в которые хотел поиграть, они от одного издателя. Ну-ка. Тут ничего не получится. Они очень похожи по некоторым механикам. Мне кажется, я не умею плавать, серьезно. Так, хорошо. Черт. Ага. По полтосу я ему выношу. Отлично, поехали. Безымянный переулок, к востоку от залива. Мне кажется, я знаю, где мы. У меня столько вопросов, почему мы убили этого парня, почему он с нами продолжает разговаривать через этот меч, что вообще тут происходит. Вот это... Ты бить нельзя, ладно. А, переключиться на бридж. Давай бридж. Ага, и вот это можно было так... Прикиньте, да, то есть первый это удар, второй это пробив открытие, ладно, учтем. Точка перехода звучит как точка невозврата. Погодите, что тут еще есть? Здесь ничего. Чувак, перестань мои мысли читать, пожалуйста. Я на пробел пытаюсь перекатываться, прыгать, но пока не получается, ладно. Смотри, так, ход, что, погодите. Рекомендуемые движения, тут будет пошаговое? Так. Space. А, с пейсом запускать. Я понял, у нас тут вроде как пошаговая. Процесс уничтожен, 16 улица, верхний яр, следующий уровень пользователя. Это экспа, я понял, хорошо. То есть есть боевка в реальном времени, есть боевка пошаговая. Это интересно, я не ожидал. Эй, там наверху.
Привет, мир. Только посмотри на это, что программист, чел. Мы на краю города, кварталов 100 от центра. Ей явно не очень легко нести этот меч. Вон там, множество еще слишком, мы все еще слишком близко, нам нужно убраться как можно дальше от этого места. Если что, не управляю сейчас, это... Идем. Мне нравится, как ты подходишь к этой штуке, а оно пишет, подойдите ближе. Вот и мы. Процесс уничтожен. Так, еще 20. А мне же не обязательно каждый раз пользоваться в сознании. Ну, замедлялка этой. Привет, вы в порядке? Я понял, конечно. Она хочет пойти с нами. Мы можем использовать ее. А, в смысле... Spark. Она поздоровалась, ее зовут Лилиан. Стоп, а мы все программы? Как это работает? Перекресток, ну-ка посмотрим. Терминал OVC нажать. Доступные прогнозы? Прогноз на завтра. Завтра наступит ваш новый день в... Клаудбанке. Каким вы хотите его увидеть? А голосование? Какая погода вам больше нравится? Тепло, солнечно, легкий ветерок? Переменный облачный стиль? Я думаю, вот это. Благодарим за участие в голосовании. Результаты. Переменный облачный стиль 49. Тепло 51. Так, на чем мы остановились? А, погоди, а там два голосования вроде можно... Ну, ладно. А, это массовая по мелочи, я понял. За них 10% дали, потому что они мелочь. 1, 2, 3. Я понял, хорошо. Так, желтые это мои жизни, скорее всего. Посмотрим. Да, ясен пень, что посмотрим. Так. Неделя моды в Клаудбанке. Благодаря вашему присутствию 67-я ежегодная неделя моды станет незабываемым событием. Подробнее. Трехдневный... Целых три дня. Ну, не знаю, чувак немножечко напрягает вот этими маленькими комментариями. Итак, трехдневная феерия стиля. Мы сразу приглашаем вас принять участие в 67-й ежегодной неделе моды. Ваша поддержка поможет популярной традиции Клаудбанка заиграть новыми красками. Место проведения мероприятия 8 на 8 кварталов. От бульвара Голдвок до улицы Хельсиен. Участники более 275 местных экзотических брендов. Количество мест ограничено, поэтому пришлите ваш ответ как можно скорее. Ответить. Я не буду присутствовать. Я думаю, что вам придется пересмотреть свои планы. Спасибо за ваш ответ. Maybe next year. Я же могу тут? Могу. Что-то немножечко сейчас... Вон, в конце площади это ты. В смысле? Погоди. А, это я? Воу-воу-воу. Не так жаль, Рэд. Они забрали твой голос. И не смог остановить их. Ну и у них мы кое-что отобрали. Пойдем. Давай, идем отсюда. Просто... Ладно. Можно...
Хорошо, боковая улица стоит на восток, идем туда. С оружками нужно... Ну, с видами вооружения нужно аккуратнее. Да, раньше тут не было. Две точки перехода, ну давай сюда сначала. Погоди-ка. Ну, мне нужно два, это понятно. Нет, стой, вот это. А, я понял. Это, кстати, интересно. И это срабатывает. Фига себе. Ну, это интересная механика, хорошо. Эй, мистер Мойл, вы здесь? Действительно, он, я его почти не слышу. И что у нас четвертое? Стрейф. Он треснул наш путь к отступлению. Так, по нему еще два выстрела. Все. Клетки нужно собирать. Пусть катится, откуда пришли. Хорошо, согласен, это был такой обучающий босс, он был несложный, но прикольно. Так, уровень пользователя, доступ разрешен, новые функции. Ну, я так понимаю, что все это видеоигра какая-то. Bounce. Mask. Функция цепная реакция отражения, эффект активного салюта, снаряд, рикошетящий от одной цели к другой. Эффект салюта улучшения, присвоение эффекта цепной реакции большинства функций. Так, это у нас прокачиваемые. Так я понимаю, хорошо. Ты у нас. Маска, функция диверсия, маскировка, эффект активного слота, маскировка пользователя и усиление эффекта следующего действия. Повышение наносимого урона большинству функций при ударе в спину. А. Я бы, наверное, вот это взял. Хотя первое мне тоже понравилось. Куда? А как мне его активировать? Не, погоди, 1, 2, 3, 4, да, это понятно. Сведения, средства настройки активировано. Так, хорошо. Выбрать функцию. Функцию для улучшения. А, это будет привязано. Я тебя понял. Угу. А я не могу его как-то отдельно использовать. Ну, наверное, сюда, потому что вот, ну, хотя вот это. Вот это длинное.
Прикиньте, от удара в спину 125%. Время оглушения 2,5. Краш наносит целям больше урона при ударе. Эффект. Угу. А вот это? А, это был вот это. Угу. Базовый урон 50, время оглушения 2,1. Стоимость. Хорошо. Здесь тогда. Эффект слота. Бридж. Урон удара в спину 125%. Не видим. А, вот. Если сюда применить, то от невидимости на 0,6 секунд. Базовый урон. А тут невидимость на 0,3 секунды. То есть вот эти два боевые, они будут давать больше урона в спину, а вот этот вот, ну это тоже по сути боевой, невидимость на 0,6 секунд. Ну я бы, наверное, вот... Я не уверен, насколько это целесообразно. Давайте вот это возьмем. Так, назад. Так, еще... Ну, я думаю, вы читаете, тут прям много чего читать нужно. Сведения. Уже установлено. Стоп. А, не-не-не-не-не. Доступны неиспользуемые функции. Все равно включи точку доступа. А, назад. Какие неиспользуемые функции? А, стой. Вот это. Выбрать функцию. Установка невозможна. Слоты заняты. Установить. Назад. Назад. Получается... Офигенно, слушайте. Стоп. Я только теперь понял, как это работает. Может, я вместо стрейфа удалить установку? Установлено. А как оно там? Блин, ладно, надо будет с этим потом разобраться при записи. Не буду сейчас слишком-слишком заморачиваться. Но невидимость мне понравилась. Какого фига? Значение, болван, уровень. Вторая версия, да, режим отдельного удара, ответного удара. А, беги скорей. Нет, да выйди ты отсюда! You're still here.
Ударь! Да ударь его! Ух. Погодите, функция утеряна, это в смысле... Вот этого выстрели, пожалуйста. Да, я понял. А это случайно не значит, что я буду терять каждый... Перегруженная функция недоступна. Как мне сделать не перегруженную? Так, ладно, выбрать функцию. Пока что сюда установить, да. Возьму себе вот этот быстрый удар. Ну, блин, мне не понравилось. Да, отличное решение. А что в главном меню? Что там такого? Так, мотоцикл, все дела. Так, вот, насчет того мотоцикла. На восточный 64, 5 кварталов прямо, второй поворот направо, не поворачивай налево. Спасибо, что подбросила. Ну, не спасибо, что взяла с собой, а спасибо, что подбросила. Вот этот, кстати, кадр, как в Руинере. Кто помнит? Повернул налево. Ну, мы уедем из города. Возвращаемся туда. Гляньте, ладно, там на заднем фоне было. Послушай, сделай мне отложение. Не оставляй меня. Может, посмотрим, дружок. Так, перегруженная функция недоступна. Это не значит, что она полностью исчезла, или это как раз и значит, что она полностью исчезла? Бедный мотоцикл. Оно, с одной стороны, и похоже на бастион, и нет. Вот такие странные ощущения. Блин. Они очень сильно бьют. Прям не знаю. А что по уровню сложности? Погодите. Я, кстати, не нашел настройку уровня сложности. Это прикольно. То ли он тут, в принципе, единственный. То ли как-то работает. Junction John, ну-ка. Не души. Без пешехода это место выглядит совсем по-другому. Ого. Аж. Серьезно? А, оно наносит какой-то урон. Терминал работает, да. И вправду. Голоден? Перекуси. Попалась я бесплатной лепешкой от Junction Jazz. Джанс. Смотреть меню. Супремо. Осенний салат, морской черт. Секрет фирмы. Ну, Супремо Делюкс, вы че? Один Супремо Делюкс уже в пути. Спасибо за заказ. Ваш заказ будет доставлен по адресу через 8 минут. Приятного аппетита, Джей Джей. Почти третий уровень. Посмотрим, что будет дальше. Доставили, спасибо.
Я рад. Никогда не видел таким пустым. Так, точка доступа. Канал. Канал это переход, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Не хочу посмотреть. А меня уже не выпустят. Спасибо. Не регенится? Кстати, видимо, да. Так, соточка. Следующий уровень получен. Угу. Ну-ка. Load. Зарядка. Функция взрыв. Воздействие на площади. Кстати, неплохо. Создание нестабильного пакета. При ударе по пакету происходит сильный взрыв. Хорошо. Меня вот это вот интересует. Switch. Гипноз. Предательство. Эффект активного салюта. Цель проходит в сторону пользователя. Интеграция возможностей переключения. Слушайте, вот это мне нравится. Давайте. Хотя против босса вот это было бы более... Давайте я возьму Switch. Поскольку с боссами ходят также и мелкие всякие гады. И, возможно, я его возьму вместо стрейфа. Выбрать функцию. Улучшить. Switch. А, видите, оно сюда как-то... Хорошо. Если... А это так и не очнулось, да? Изучить новое. Так, среднее улучшение, биография. Установите и используйте в слоте улучшения, чтобы узнать больше. Сведения. Улучшение. Crash. You've reached the hopefully not subject. Угу. Изучить новое. Про них всех можно читать. Погодите. То есть, вот это я. Я потерял себя, что ли? В течение последних лет, 5 лет Red занимал одно из первых мест рейтинга современных исполнителей клаудпанка. Обучение в Траверсон Холле не помешало ей с раннего возраста демонстрировать интерес к музыке. Из стен Траверсон Холла вышли многие успешные градостроители. Однако Red посвящала большую часть времени новой художественной программе обучения. Согласно документальным свидетельствам, она первой собрала 2 нетрадиционные дисциплины. В записях указано, что она неохотно объясняла причину своего выбора, ссылаясь на личные мотивы. Даже став знаменитостью, Red по-прежнему стала скрытной и неразговорчивой. Когда ее расспрашивали о прошлом или об источниках влияния на ее творчество, Red чаще всего отвечала, что ее работы говорит сами за себя. Тем не менее, она признавала, что никогда не стремилась использовать музыку как средство для разжигания разногласий. Сведения. Рейтинг применения 55%. Улучшение. Я понял. Я не знаю, как мне вернуть это обратно. Ну, хорошо. Так, это было... Вот. Восстановите через 1 точку доступа. А, можно восстановить. Все, я понял. Теперь ты. Изучить. Субъект не найден. Биография. Ошибка. Биографические данные субъекта были повреждены при процессе интеграции. Причина неизвестна. Сведения. Понял. Вот ты. Изучить.
Лилиан Платт, одна из выдающихся ученых Cloud Bank, стала самым молодым специалистом, выбранным на должность председателя управления OVC. За время ее руководства количество терминалов OVC в Cloud Bank увеличилось более чем в 2 раза, а качество трансляции улучшилось более чем в 4 раза. Однако впоследствии она стала самым молодым представителем, покинувшим свой пост. Менее чем 2 года спустя после назначения госпожа Платт приняла решение об отставке, чтобы посвятить себя интересам, не связанным с профессиональной деятельностью. В личных беседах некоторые из ее бывших коллег упоминали, что Лилиан Платт ушла в отставку после внезапного исчезновения своего близкого друга Максимилиана Дарзи. Или Дарзи. Согласно официальному заявлению OVC, он внезапно решил переехать за город. Изучить. Престон Мойл, по-моему, поехал покататься вечером, так и не вернулся. Стал легендой гоночных треков Cloud Bank, с блеском устанавливая все новые рекорды 4 года подряд. Как известно, именно благодаря Мойлу гонки на мотоциклах с двигателем объем 1200 стали популярным видом спорта. Однако он стал знаменитостью благодаря не только исключительным способностям гонщика, но и умению собирать свои мотоциклы своими руками. В нескончаемой погоне за острыми ощущениями Мойл следовал самой отдаленной трассе Cloud Bank, и однажды он бесследно исчез, не взяв с собой никаких личных вещей, кроме самого быстрого мотоцикла. Шомар Шесберг. Ага. 12% населения признали Шомара Шесберга самым неуловимым артистом Cloud Bank. Такую репутацию он завоевал благодаря своим многочисленным абсурдным розыгрышам в общественных местах и другим смелым или опрометчивым поступкам. Многотысячная армия поклонников артиста дала ему прозвище «Фокусник», а он с радостью устраивал для них невероятные и незапланированные выступления в самых оживленных районах Cloud Bank. Со временем его подвиги становились все более амбициозными, и, наконец, последовало обещание десантироваться с воздуха в закрытый сектор Голдвока и выйти оттуда незамеченным администраторами. Да уж. Изучить функции. Фарра Йондейл. Одна из лучших художниц. Статусы, видите, закрыты. Ну-ка. Тут один разблокирован, кстати. Тут. Надо будет разбираться, как все это работает. Пока оставим, наверное, как есть. Может быть, я за кадром посижу, гляну. Ну, оно сюда вписывается, как какое-то что-то дополнительное, видите? Я могу и так руководить. Неплохо. Так, точка доступа. Выбрать функцию. Улучшить. Да, давайте. А как-то, как одно в другом работает? Или я что-то не понимаю? Или как-то... Ну, видите, оно восстановилось. Меня же восстановили. Хорошо. Назад. Ну, вот эта атака мне пока что нравится. Видите, она с 2 раз валит столбики. Это долгая, длинная, сильная. Это невидимка. Это стрейф. Ой, их можно колесиками менять. Ой, спасибо, игра. Вот все, 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 все. Только они не в том порядке меняются. Ну ладно, я попробую привыкнуть. Поехали. Приготовься, сейчас нападут. Или нет. Не задерживайся надолго. Но я хочу посмотреть все. Залив. Хотелось бы мне, чтобы мы могли просто сидеть рядом и смотреть на воду, на волны, на залив, не знаю. Под защитой. Я зря этой фигней занимаюсь, я понял.
Два. Оно ему 50 сняло? А, ну там как-то само взорвалось, неплохо. ХПшку верните. А, чуть меня не убили. Ну, кстати, просто спамить неэффективно. Да, я вижу. А, блин. Ой, четверка меня проносит прямо через бронь. Это очень удачно, надо запомнить. Итак, изучить новое. Про Red. Ой, открылось что-то второе. Ага, карьера. Чтобы оценить влияние музыки, Red следует начать с фазы шифрования недостаточно прав доступа. С рассмотрением текущего социального климата Клаудбанка и его изменений за последние два десятилетия. Конфликт, возникший в зрительном зале во время одного из ее выступлений, был первым подобным инцидентом за последние 4 года. Стычка оказалась настолько серьезной, что на сцене были вынуждены появиться администраторы. Когда одному из подозреваемых был запрещен вход на территорию заведения, он обвинил Ред в подстрекательстве и провокациях. Позднее Ред заявила, что именно в этот момент она по-настоящему поняла, какое мощное воздействие оказывает на людей ее музыка. Она решила принять определенные меры предосторожности и на время покинула сцену, сосредоточившись на написании нового материала и ограничив круг общения. Ее уединение вызвало новые слухи, когда же она вновь появилась на публике, случилась беда. Новое. Надо смотреть, чтобы... А, вот новое тоже появилось. О, биография Фары появилась. Она стала первым художником неба в Клаудпанке, используя изменчивые небеса как холст для своих произведений. Ее труд приносил радость тысячам горожан, которые помнили, что когда-то небо было всего лишь небом. Йон Дейл завоевала огромное количество поклонников своим умением изменять небо над городом, и по мере... того, как ее мастерство и популярность росли, она начала принимать заказы. И одним из заказчиков стало ее собственное сердце. Она часто бывала в районе Gold Walk, где жил ее возлюбленный. И именно там, для них двоих и для всех жителей района, она окрашивала небо в цвет сверкающих сапфиров в честь праздника солнцестояния. Так ее искусство стало ее обязанностью. И интересно, спасибо. Есть тебе удобная обувь. Это намек на то, что далеко идти. Кстати, прошло сохранение. Вот мы и на месте. Раз мы на месте, тогда на этом самом месте мы сейчас и будем заканчивать эту серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.